привет, зритель. Лёлик подсыпал земли. Увидел червяка. Но я как бы знала, что в земле был червяк, потому что земля с сада, непокупная. В живой земле не было червяков, а в обычной были. И вот он этот пополз. Я думаю, надо камерой сходить и завидосить его. Червяк, ползи. На тебя смотрит большой брат. Или большая сестра. Или просто камера. Меня тут атаковали. Не пять подряд. Паучки мелкие. Мы не поняли вообще, это с огурцов или с яблони летели. Я их 4 дня подряд сметала тряпочкой. А на 5-й день поняла, что сметать их бесполезно, их надо утилизировать естественным путем. Вот уполз червяк. Это вот мне его ближний родственник привязал вчера. Я хотела сначала в коробку поставить, но, в общем, как-то от пылесоса решили ограничиться вот этой штукой. И немножко сюда сдвинуть. Завязи, как сказала моя ближняя родственница. Они уже прилично времени цветут на самом деле. Занавеска, которую я на Али заказывала с пинка своей подруги, но она, во-первых, хуже оказалась, во-вторых, вид такой. Она у меня повисела буквально сутки, а потом пришел близкий родственник и сказал, что это за нахрен? Ну, в смысле, что это за ужас? Смысл был, что типа сними это немедленно. И лучше купить потом что-нибудь иное. Но я думала, что она пошире будет, несколько иначе будет выглядеть. Типа как на фотке. Тут мой салатик, который я уже 2 раза срезала на еду. И земли у меня не осталось. Я думала, что мне хватит, что у меня много, и хватит пересадить еще пару цветочков. Надо будет или купить сегодня земли в черном коте, или в саду насобирать. Потому что вон там я забыла, что у меня там стиральный порошок. Запас купленный. Думала, что земля заглянула, там стиральный порошок.